Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам представляю модель респиратора, которая лишена недостатков, выявленных в процессе эксплуатации предыдущей модели. Как вы уже заметили, этот респиратор не сильно искажает голос. Для изготовления этого респиратора нам потребуется некоторый материал. Сначала изготовим два малых впускных клапана и один большой выпускной клапан. Эти клапаны прошли успешные полевые испытания на двух предыдущих моделях респиратора. Вот так работают эти клапаны. Используем разогретый нехромовый провод для резки пластиковых бутылок и крышек. Узлы крепления фильтров можно пошить из фатина или тюля. Корпус маски будем делать из 3-литровой пластиковой бутылки. Такое кольцо поможет нам проплавить отверстие произвольного размера. Эта мембрана повышает разборчивость речи за счет лучшей передачи высоких частот. Пластина толщиной 1 мм и шириной 8 мм формирует край маски, прилегающий к носу. Я предлагаю использовать вместо клея двухстороннюю клеящую ленту. Полоска пенополиэтилена толщиной 4 мм обеспечивает надежное прилегание маски к лицу. С
неодимовыми магнитами вы можете легко надевать и снимать респиратор. Такой способ крепления резиновой петли позволяет регулировать ее длину. Вы можете использовать любой доступный вам фильтр. Наш респиратор готов. Я желаю вам крепкого здоровья. До встречи на канале!